А, во, пацаны, вот эта игруха. Нашел я, короче. Тоже в нее, короче, в школе шпилили. Вот видите, да, если ты, короче, кого-то кота пропускаешь, то он тебя падает туда, к собаке. Его собака жрет. А их надо вот эту вот дырень, короче, запихивать, в трубу. Да ёлки, а. А, вот видите, у меня там внизу вот всего лишь один кот остался, то есть я могу просрать только одного кота, вот все, я проиграл, короче. И мы, короче, часами там в школе в эту игру иногда шпили, я вообще жуть такая. Тут нереально всех спасти, да, тут, блин, вообще не понятно, как вы такие дорекорды ставите, эти коты тут сыпятся вообще. Ну жесть, как быстро, да? Да, вот видите, блин, капец, а. Да жесть, а. Все, опять просрал. То есть такая игрушка по-своему прикольная, но я же, блин, тут далеко куда-то зайти, по-моему, вообще нереально, потому что эти коты сыпятся, я же, капец, как быстро. Причем никак же восстанавливать нельзя вот этих вот котов, вот если пропал уже один, то все, ты как бы уже все провтыкал, да, такая тема. Вот я сейчас одного уже потерял кота, видите, сколько их спас, и вообще это никакой роли не играет. Такая жуть, короче. О, ну все, я, короче, даже разлюбился, засыпьте, уже сколько котов спас, а? От живодерни, так сказать. Такая тема. Что эти, короче, мастера этой шпилки, я так понял. Ну да, смотрите, вообще уже, короче, я тут уже, короче, блин, сейчас рекорды буду ставить. Паду, одного пропустил, а. Во, нормально, да. Да-да, короче, я уже мастер, а. Все, всего два кота осталось. Жесть, а. 2900. Ну, блин, вот как вот здесь вот успеть сразу двух спасти, а? Нереально жить вообще. Какие-то нереальные задачи ставят перед Будело, да, в этой игрухе. Прям ужас. Ну ладно, короче, параша, да, давайте еще какой-нибудь посмотрю сейчас.